Веселые, любознательные, смешные, серьезные. Это все о них, о первоклашках, главных героях дня. Большой семье школы-гимназии номер 21 пополнение. Три первых класса начнут свое увлекательное путешествие в мир знаний. Поздравляю всех с 1 сентября. Желаю моим одноклассникам отличной учебы и здоровья. А ты бы за партой с кем хотел сидеть, с мальчиком или девочкой? С девочкой. У мамы Елисея тоже начинается горячая пора. Теперь вместе с сыном ей предстоит осваивать грамматику и математику. Заново уроки, заново занятия с детьми. Это весело, здорово, и мы очень счастливы, конечно. Волнуются не только дети и родители, волнуются дедушки и бабушки. Очень волнительно, тем более первая внучка идет в первый класс. Для меня сегодня праздник необыкновенный. Радостный, счастливый. За двойки будете ругать внучку? Ну, знаете, в жизни должно быть все. И 5, и 2, и... То есть это жизнь. Первый раз в первый класс придет сегодня и молодая учительница Анастасия Давыдова. Впереди знакомство с учениками. Но для себя она уже вывела несколько главных качеств учителя. В работе с ребятами я считаю, что должна быть доброта душевная, должна быть отзывчивость учителя, если есть какие-то трудности у ученика. Должен понимать и слышать ученика. Поздравить первоклашек с началом учебного года на торжественную линейку в гимназию пришел министр образования Забайкальского края Андрей Томских. Это федеральная инновационная площадка. Это школа будущего. Здесь интересно учиться не только детям, пребывать родителям, но и учителям. Поэтому я вас поздравляю всех. Ученики третьих-четвертых классов радушно встретили своих младших товарищей. Ребята показали малышам забавные инсценированные истории с известными героями сказок. Ну а в завершении для первоклашек прозвенел первый звонок, приглашая малышей во взрослую школьную жизнь. Галина Миртова, Сергей Миртов. Время новостей.